прошлом видео мы говорили о выручай-масках, которые помогут коже в случае непредвиденных воспалений и аллергических реакций. Сегодня мы познакомимся с их коллегами – СОС-пудрами. Эти продукты также стоит иметь под рукой, чтобы сохранить красоту вашей кожи и никогда не терять уверенность в себе. Меня зовут Ольга Русакова. Я врач-дерматовенеролог-косметолог и эксперт марки Шерис. На повестке дня два суперполезных продукта, которые должны быть в каждом доме. Это антисептическая пудра Шерис против кожных воспалений и антигидрозная пудра – средство против избыточного потоотделения. Познакомимся с ними поближе. Антисептическая пудра – средство для борьбы с гнойничковыми поражениями кожного покрова, а также многофункциональный продукт для поддержания здоровья кожи. Пудра блокирует деятельность бактерий, подсушивает очаги воспаления, выводит гнойный инфильтрат, впитывает излишки кожного сала и очищает волосяные фолликулы от избытка себума, тем самым предотвращая появление среды, благоприятной для воспалительных процессов. Пудра отлично показала себя в комплексном лечении акне. Пудру можно наносить в сухом виде на лицо или развести водой в соотношении 1 к 2 и нанести как маску. Пудра уменьшит выраженность воспалений и поможет наладить себорегуляцию. Также средство можно использовать как сухой антисептик, который закрывает микроповреждения и способствует восстановлению целостности тканей. В составе антисептической пудры содержится оксид цинка, экстракт амелы, экстракт подорожника, экстракт бадана толстолистного. Цинк отвечает за противовоспалительное и себорегулирующее действие. Экстракт амелы действует как успокаивающее средство, проявляет легкие дезинфицирующие свойства. Экстракт бадана-подорожника отвечает за регенерацию и укрепление кожи, снабжая ее дубильными веществами и антиоксидантами. Антигидрозная пудра – средство против избыточного потоотделения. Действует как антиперспирант с антибактериальными функциями. Пудра содержит мощный актив – алюмокалевые квасцы, который является главным компонентом всех натуральных антиперспирантов. Алюмокалевые квасцы отвечают за снижение секреции потовых и сальных желез, а также обладают дезодорирующим и противовоспалительным действием. Также состав содержит каламин, оксид цинка и комплекс растительных экстрактов. Каламин уменьшает отечность кожи, снимает красноту, подсушивает воспаление, успокаивает атопичную, раздраженную кожу. Оксид цинка подсушивает воспаление на коже, нормализует процесс потоотделения, предупреждает гиперкератоз и образование комедонов. Экстракт перечной мяты, розмарина освежает и снабжает кожу витаминами. Фолиевая кислота ускоряет регенерацию клеток. Каждая пудра поможет вам быстро избавиться от неприятностей на коже, а также избежать их последующего возникновения.